Так, ну и теперь моя рекомендация по волосам. То, что, чем мы пользуемся с супругом, что нам понравилось. Вот это зелененький, это биошампунь называется. В случае, если у вас выпадают волосы. Вот он очень хорошо работает. И его желательно чередовать с каким-то другим шампунем. Вот конский каштан рядом коричневый такой стоит. Вот этим пользуется муж. Еще хорошо бы очень взять дополнительно тоник для волос, потому что он стимулирует рост волос. В общем, если у вас выпадают волосы, если какие-то залысины, да, вот вам надо этот наборчик, он работает очень хорошо. Я ним не пользуюсь. Да, кстати, у многих седина проходит. Я ним не пользуюсь, у меня волосы сухие. Я пользуюсь вот таким наборчиком. Это шампунь с бальзамом. Очень люблю его, он реально увлажняет волосы. И у меня еще есть собачка, которая пекинес. Вот, и он тоже бывает кашлатится. И я его тоже вот этим шампунем иногда мою. Хорошо волосы очень расчесываются. Вот. Ну, нам компания дарит много подарков, поэтому можем себе позволить. Вот. Потом, девочки, обязательно возьмите вот эту маску для волос. Она вообще такая долговечная. Но она, это бальзам для волос. Но он настолько хорошо питает волосы. Вот шампунь, даже если будете брать любой, маску возьмите обязательно. Еще мне очень нравится шампунь, который с аргановым маслом. Я, к сожалению, соседке отдала бутылку. Не могу вам показать. Вот. Ну, там такая девушка коричневая, такой девушка с кудряшками. Он тоже очень хорошо увлажняет. И вот мое любимое еще, это масло для волос. Его сразу расхватывают, это масло. Вот. Возьмите обязательно для кончиков волос. Волосы не будут, ну, перестанут, если они у вас секутся, да, перестанут. И вот, так, это у меня здесь доска рабочая такая. Вот, и гель для укладки. У меня вот этот гель для укладки называется как-то влажные волосы, да, но он никак волосы не увлажняет. И надо буквально горошинку, я не знаю, вы будете ним полтора года минимум, наверное, пользоваться, буквально горошинку растереть в руках и потом по волосам. Вот, вот такой вот гельчик.